Всем привет, снова здравствуйте. Давайте дальше продолжать рассматривать, что такое ZBrush 2019. И рассмотрим вот эти вот Graph Size, Remember Graph Size Per Brush. И вот этот вот Remember Dynamic Mod Per ZBrush. Brush. Вот для чего они вот эти вот две штуки нужны. Ну, давайте откроем план 3D и посмотрим на плане, как это все типа работает, для чего это нужно. Сделаем Make Polymesh и добавим Divide. Вот так вот установим поближе, чтобы было виднее. И погнали разбираться. Кисть стандарт. Ставим Draw Size. Вот так вот. Где-то на 34. И вот мы проводим, вы видите, как она рисует, да? Потом мы ее берем, допустим, уводим вот так. И она рисует точно так же. Подстраивается именно вот под эту, под этот размер. Это происходит потому, что вот включен у нас вот этот динамик. Если его отключить, то вы видите, что кисть чуть увеличилась. Когда мы ее проводим и уводим дальше, она остается вот именно, не подстраивается к этой, а рисует именно такая, какая она есть. Это вот что касается динамики вот этой. Так, что еще? Вот эта вот клавиша, для чего она нужна? Remember Draw Size Per Brush. Она запоминает именно вот этот размер кисти, вот для этой кисти. Вот для этой. И допустим, если мы запомним вот на эту кисть, допустим, вот этот размер 48. Вот мы ее провели и жмем типа запомнить. Теперь включим любую другую кисть. Она будет вести, ну, так же. Но мы ей прибавляем Draw Size, проводим вот так вот. Вы видите, что она больше стала, да? И теперь возвращаемся на стандартную кисть и проводим ей. Вы видите, что 48 на эту кисть запомнено, вот это вот размер ее. И так мы можем рисовать, назначать вот именно размер вот этой кисти, чтобы он не сбился. Так, теперь давайте рассмотрим вот эту вот клавишу Remember Dynamic Mod Per Brush. Он запоминает именно динамичную вот эту динамику кисти. Получается, если мы рисуем вот полосу при включенном вот этой динамике и уводим, вы видите, что опять же все нормально, все одинаково он рисует на отводе, на приближении вот так вот. Ну, допустим, у нас разные кисти, и нам надо изменить именно размер. Получается, вот у нас кисть. Мы жмем, проводим вот этой кистью полосу вот так. И жмем запомнить динамику вот этой вот кисти. Следом переключаемся на другую кисть, опять же Claybird. Мы ей проводим. Отключаем, допустим, динамику. Вы видите, что кисть изменилась. И вот мы ей рисуем, работаем, допустим, вот так вот. Но теперь переключаемся на стандартную кисть. И вы видите, что она будет рисовать именно одинаково, куда бы вы ее ни увели. Потому что на эту кисть уже запомнено вот это размер вот этой кисти. Вот это вот уже запомнен. Теперь мы переключаемся опять на Claybird, допустим. Можем вот им рисовать. Вот так все это дело. Уводите, видите, что кисть становится больше, приближаете меньше. Переключаемся опять на стандартную кисть. А она рисует одинаково, как и рисовала.
Но если мы отключим вот, допустим, вот эту память, то можем уже рисовать кистью, просто если включенный динамик, отключаем ее, и будем работать этой кистью именно вот так вот. Приближаем, она уменьшается, отдаляем, она увеличивается. В принципе, удобная штука. Вот для этого все это дело и нужно, чтобы запоминать на разные кисти вот эти вот, допустим, размер пера и, допустим, динамику пера на ту или иную кисть. Настройки есть в преференсах. Вот вы в преференсы заходите, вот этот draw, и вот здесь вы можете устанавливать динамик brush, размер, с которого он будет начинать работать, и максимальный brush size, вот, максимум пера. Вот так вот. Ну и здесь вот тоже настройки есть. Color. Включаете, выключаете. Вот, чтобы все это работает здесь вот в настройках. Ну, в принципе, вот такая штука. Но объясняется это все очень, так сказать, на иностранном, на русском языке такой информации искал, искал, так и не нашел доходчиво, чтобы пришлось смотреть итальянцев, испанцев. Вот что подчеркнул, где-то, может, чуть-чуть ошибся, но, в принципе, система вот работает вот так вот. Все, всем пока, до свидания.